Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофе Фрэш и Твистер. Мы продолжаем играть в новую выживалку под названием PlayerUnknown Battleground. Кого? Всем привет, ребят. В общем, ребятки, сегодня мы постараемся добраться до топовых мест, до 10-го, а может быть до 1-го. Но сразу говорим вам, это не точно, потому что это практически нереально. Вот, лично я просто один раз, наверное, максимум дошел до 3-го места. Это вот мое просто рекордное место, и все. Так, кстати, Фрэш нам уже нашел. А, подожди, кстати, у меня... У меня нет оружия. Не, у меня только М-ка. Я только вот М-ку сейчас нашел, и все, больше ничего нету. Попроси вас. Ну, тут деревушка, по идее, большая, в которую мы приземлились, поэтому я думал, лута тут будет очень даже много. Я, блин, машину подогнал, а вы тут даже оружие. Да, ребятки, Фрэш нам уже нашел тачку, он сразу, когда приземлялся вниз, он уже издалека заметил автомобиль и поехал сразу к нему. Че, на крыше тоже ничего нет? Там вот только шлем. Так, ладно, погнали дальше. Подождите, а белая зона, она появилась вообще, не? Белая зона. О, мы прям в центре, пацаны, прям вообще круто. Да, отлично. Бронежилет 3-го уровня. Чего? Я максимум находил только один раз, наверное, за все разы, которые я играл. Шлем 3-го уровня, и все, больше я ничего не находил. Так, пальтишка. Так, этот дом уже кто-то лутал. О, тут курточка и пальто, кому пальто? Курточка моя. Так, рюкзачок нашел. Ну я, если что, потом подберу. Ой, подлало. Опять как всегда. Так, давай сюда. Так, такое мне не нужно. Так, ни ладно. Нету в этом, да. У меня ни одной. Блин, парни, я реально очень сильно надеюсь на то, что сегодня нам как-нибудь повезет, и мы доберемся до топовых мест. Потому что это очень сложно, ребятки. Мы играем уже почти, ну не знаю, часа два, и у нас еще ни разу не получилось. Максимум, по-моему, до места это 18-е было, да, к которому мы доходили? Да, или 19-е, я уже не помню. Да. Так, тут есть еще бронежилет один, парни, если что, и рюкзачок один, первого уровня. Ну, у меня второй, мне надо, блин, бронежилет. Ясно, мажоры, понаехали тут, а? Так, отличный шлем. А, есть кар, скар есть, кар есть. Где? Вот тут. Где я? В туалете. Вот, фреш, вон там. Здорово, проходите, берите. Так, на самом деле нам нужно быть немного поаккуратнее, пацаны, потому что я, конечно, понимаю, что сейчас все лутаются, все что-то ищут, как бы, да, но все равно, блин, нам может быть очень как-то плохо, если кто-то нас заденет. Так, здесь я предлагаю машину чистить и уже текать отсюда, пацаны. Ну сейчас, давайте все залутаем. Кстати, ребятки, у нас команда получается из 4 человек, то есть к нам еще подсоединили какого-то там левого чувака, но он выпрыгнул в самом начале, и то есть он отделил. Кстати, он на тачке, пацаны, катается, видите, он там. Может, к нам едет, дайте посмотрим. Дима, да, ну, я не знаю. Он в нашу сторону едет. Серьезно? Да. Надо будет кого-то убивать, пацаны. А если так, ну все, смотрите, здесь вроде бы больше ничего нет на этой зоне. А вот там домики, смотрите, позади нас. Можно, в принципе, Фрэш, нафига тебе ты? Фрэш, может, на время дома. Нам, парни, на самом деле очень круто повезло, то, что мы сразу нашли тачку четырехдверную, потому что если бы нашли баги, то... Давай, садись с нее, я побежал в те дома слева. Ладно. Так точно, командир? Да, просто дал приказ, нормальный вообще человек. А чё бы нет? Ну да. Нет, всё, тебе подожди, а почему у Фрэша не полный ХП? Ты как, ты где успел? Потому что я спрыгнул с 3-го этажа. Нормально ты вообще паркурист, а? Я макась. Так, я побегу тогда в следующий соседний домик. Слушайте, какая-то знакомая на самом деле местность. Я уже потихоньку начинаю изучать эту карту. Да, я вот понял. Я вот теперь... И нас где-то здесь, хотя, убили, по-моему, да? Да. О, рюкзак 3-го уровня. У меня бронежилет 3-го уровня, рюкзак 3-го уровня. Просто откуда Твистер так везет? Почему ему так везет? Он находит такие топовые вещички, что капец. Так, здесь тоже ничего. Еще, вот тогда будет. О, еще одна дверька. Мне бы найти какой-нибудь... Опа, прицел X4. Ясно, просто понятно, а? Весь топовый шмот вот... Так, смотрите, ладно, я залутал этот домик. Я предлагаю, давайте, во-первых... Какой-нибудь... Есть на скар патрончики? Mm-mm. Ну, у Фрэша скар. У тебя сколько патронов? Тут есть еще один рюкзак 30, второго уровня, парни. 60, ну ладно. Это я его скинул. А, ясно, понял. Так, смотри, в этом доме ничего нет. Давайте поизучаем карту вообще примерно где... Прицел X8, а, ну, он реально к нам едет, пацаны. 8? X8, а, ну восьмикратный прицел, круто, да. А, дашь мне тогда четырехкратный, пожалуйста? Окей. Че, поехали к Твистеру, может, к нему? Да, вон там вот дальше дом трехэтажный, давайте. А, ну давай сначала Фрэш. Ну давай за Фрэшем заедем, заберем его и поедем. Кстати, реально наш чел, он поехал за нами, походу. Так. Ну не отделяться же от команды, а то это неправильно. Тут выживает тот, кто действует очень тактично. Да, он едет именно к нам. У тех, у кого есть реально какой-то прикольный план, у кого есть реально хорошая тактика, вот те и выживают, ребятки. Ну, конечно, можно еще рандомно выжить, когда ты просто сидишь где-нибудь в одном месте и выживаешь до тех пор, пока останется 10 живых, и все. Так, Фрэш, ну мы подъезжаем к тебе. Давай, я сейчас скину здесь свои. Ты, ну ты куда на дорогу выходишь-то, а? Сейчас бы сейчас... Офигеть, нифига себе. Так, это 4 экрана, да? Я за руль. Так, все, я подобрал прицел. Отлично.
Ты все эти дома залутал, да? Олег, садись. Да-да-да. Все, поехали. Офигеть, у тебя скорость. Просто у тебя реально, знаешь, да, как будто снайперская винтовка такая. Да, реально она в снопу превратилась. Только у меня патронов бы на нее сюда побольше было бы. Ну, у меня на М-ке 120 патронов. А калибр может быть другой, у меня на нее 5.56. Да, калибр, на Аскар другие оружия. Разве там не 5.56? 5.56 вот как раз. Во, да, про что я и говорил, пацаны. А мы вот это... Стоп, тихо. Мне послышал? Там еще тачка сзади, кстати, стоит. Это я скинул. Это наш, по-моему. Да, еще такая же машина. Где такая же машина? Это наша? Да. Не, там сзади стоит тачка еще одна, такая же голубенького цвета. Ладно, что. Так, давай. Просто каждый себе дом занял и побежали. Так, увеличили магазин. Отлично. Так, дверку закрываем за собой. Так, если здесь патроны. Я надеюсь, это знаете, вот мы сейчас забегаем в дома, это прям как открывать кейсы в CSGO. Повезет, не повезет. Я реально. О, так, еще один скар, патрончики. Так, это наш. А патрончики для скара, дашь? Это машина едет, да? Да, я оставил один еще вот этот магазин. Делик. Вот он там, смотри, вон там вот. Я дверку открыл на балкончик на первом этаже. А, это наш приехал сюда, пацаны. Я ж сразу сказал, что наш подъехал. Чего ты паникуешь так сразу-то, а? Че, вольнем? Где, где? Ты чё? Где Олег? На где? Первом этаже выход на балкон, вон там, где. Тут еще УЗИшка есть. Так, ну УЗИшка нам не нужна. Так, еще. О, противогаз. И где ж ты оставил? Нету. Там лежит один, господи, сейчас я спущусь, покажу. А тут еще один противогаз, сейчас я еще быстренько посмотрю в этой комнате. Ничего. Сейчас я спущусь, покажу. Давай. Так, вот, идите сюда, проследуйте за мной. О, в смысле? Тут было. Чего? Я же сказал, понял. Нету. Так, давайте тогда скину, может быть. Давай, мне, потому что всего 30 патронов, это вообще плохо. Так, а как скинуть? Я вот как-то... Ctrl зажимай и правой кнопкой мышь. Чего не работает-то? Чё-то не нажимается. Ай, чувак гранату бросил. Вот ты... А, это дымовая. Дымовую завесу, ё-моё. Я уже реально сейчас думал, все, мы сейчас взорвемся все. Дайте мне патрон, у меня патронов нет. Так, смотри, все, я сейчас скину. Я скинул. Где? Ага, вижу. Ой, мне можешь скинуть чуть-чуть, еще 30-ку. У меня мало их будет. У тебя сколько? У меня сейчас 90. У меня 60 в итоге. У меня 90. Ну, 60, у меня 60. Поехали. Че, поехали, парни? Вы здесь вот, смотрите. А, реально, там смотрите, деревушка рядом, в принципе, ее тоже можно будет сейчас залутать. Вот машина такая же, как у нас, лол. Ну мы тут на самом деле, знаете, спокойненько так вообще бегаем, как будто на своем районе реально. Ну, о, да, там что? Болото? Да, да болото. Кстати, тут блин, этот район, круто смотрится со стороны. Дома. Да ё-моё, чувак, братан, да ёпта. Сейчас вот по-любому какая-нибудь будет засада вот на этих болотах, вот прям... Да. Вот эти места, они, по идее, самые сомнительные должны быть. Вот тут вот прям вот реально опасно. Я так понимаю, пальто там никто не забрал, кому я оставлял? Нет, да? Блин, я забыл, кстати, про пальто, надо было вернуться, ну ладно. Да, от него толку-то, ну. Я уже даже забыл, где оно. Не, почему? Подожди, пальто, по идее, оно должно приносить какую-то броню, нет? Да, нет. Нет, пальто нет. А, нет? Не при... Серьезно? Я почему-то все время был в этом уверен. Это же обычное шматье, опять боль утоляющая. Человек, походу, на ходу выпрыгивает. Не по кайфу ему. Так, смотрите, Макс, тут у тебя противогаз. Тут, наскар, тут увеличенный магазин есть. О, рюкзачок третьего уровня. У меня почти весь скар протюнен. Где противогаз? Мне уже противогаз. Вот тут где-то, вот в этой комнате. А, нашел. У меня скар протюнен на максимум, пацаны. А, фига себе. Ну, кроме этого удлиненного, ну вы поняли. А мы где вообще находимся? Давайте посмотрим по карте. Мы... А, ну смотрите, да, прям зона сушается нам прям там, где мы. Самое главное сейчас лутаться, просто лутаться. Кто стреляет? Стреляет. Это чувак, это стреляет. Да блин, мне выйти не дает из дома. А, вот любите его попугать, а вот что фреш, то вот еще чуваки, которые к нам попадают. Вот каждый раз кто-нибудь по-любому-то испугает. Так, аптечка. Надо всегда на стрёме держаться, пацаны. Ну я понимаю, но все равно, как бы, блин. Нужно быть готовым. Давай. Нужно быть готовым ко всему. А куда мы бежим? Давайте реально посмотрим на карту и сразу. Мы просто лутаемся. Пусть. Ну мы сейчас бежим по дороге. Да вот же броник. Ну, мне делать броник, не стоило, наверное. У меня третьего. Так, ладно, чё, куда? Да я выйти не могу, меня ТП-шит обратно в этот... Смотрите, там вышка впереди, по идее. Всё, а я не могу выйти. В смысле? Я не могу выйти. Да, подлагивать чуть-чуть. Все, вышел, наконец. Все, пойдем. А мы тачку бросили, да? Да. А зачем нам тачка? Ну да, правильно, в принципе. Так, тихо. Просто сейчас, знаете, затишье перед бурей какой-нибудь и... Там, кстати, смотрите, сверху какая-то обсерватория, или я не знаю, что это такое, но обычно такие шары, как бы, когда вот обсерватория какая-то стоит. Какие-то шары, ты маленькие шары видел. Ну вон, слева, а слева, справа сверху наверху на горе. Есть голубенький. Угу. Ну я не думаю, что там будет какой-то лежать крутой дроп, потому что домик маленький и... Так, а там что впереди такое? Да фиг его знает. Так, очки. Кому надо? Не надо. А тут я ничего нет. Макс, ты так по-зимнему одет, капец. Смотрите, там впереди какая-то вышка. Я этот твистер. Ты вообще-то...
Ну, я в белом, и ты в белом. А я так, знаете, по-летнему чисто, без курточки, без ничего, а нормально, сгораю, сбегать, пацаны. Вы направо не хотите бегать? А что там направо? Дома. Сейчас бегаем, подожди, надо ты сначала залутать. А вот это, а, нет, эта тачка в нерабочем состоянии, жалко. Да, реально, давайте сбегаем в те дома, которые вон там вот стоят на берегу, и давай посмотрим, может быть, в них что-нибудь есть. Что там? А, тут, короче, какая-то фигня для М24, АВМ и СКС. What the fuck? Ну, это типа для снайперских винтовок. Так, подожди, самолет, по идее, сейчас должен скинуть дроп. Он, если уже не скинул. Ну, я не знаю. Ну, я бегу в эти дома, которые на берегу. Блин, я так бегу чисто один, и чисто в открытом месте таком. Надо поаккуратнее двигаться. Просто, ребят, понимаете, тут можно умереть просто за считанные секунды. Ты просто бежишь, и ты не знаешь, откуда охренеть появится твой противник. Просто коллиматорный прицел лежит в этом каком-нибудь амбаре. Сарай. Твой противник может появиться сзади, спереди, просто изо всех сторон, которые только могут быть. И это может быть настолько неожиданно, что ты к этому реально не будешь готов. Да не, никто здесь. Бывают еще такие моменты, знаете, когда ты играешь минут 10-20, лутаешься, а потом бац, и все, и тебя убивают за считанные секунды. Жиза. А вы, походу, не все домики побежали. Я подумал про другие домики, которые на берегу, а вы вообще далеко побежали от меня. Так, Твиттер, там еще домик. Побежал. А, я дальше думаю, другие затопления смотреть. Походу, придется плыть. Да. А вы не хотите сбегать там на берегу? Были домики хорошие, стояли. Так мы сейчас тут бегаем на берегу и смотрим. Ну, это не берег, это, скорее всего, речка-говнотечка какая-то. Ну, сам знаешь. Тем временем осталось всего 50 выживших. А, реально, смотрите, ну быстро. Однако быстро, реально. Обычно это минут на 10 затягивается точно, а тут не знаю сколько. Макс, подойди, хочу тебе покажу. Ну, минут 6-7 прошел точно. За мной бежишь? Да. Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы вышку не лутали вот эту? Нет. Нет. Сейчас тогда забегу, проверю, что там. Так, здесь, вот, блин, бесит эти вышки, на самом деле, в них никогда ничего не спавнится. Очень редко, когда что-нибудь хорошее будет положено. Так, куда мы идем? Твистер, ты пошел налево, да? Да. Так, фреш направо. Вообще ничего нету, а. Да. Я предлагаю, давайте сбегаем куда-нибудь вот слева от нас, если смотреть... Нет, да, слева от нас, если смотреть по карте, да? Там три домика, еще на берегу что-то прикольное такое. Сейчас пойдем. По идее, можно туда сбегать, потому что я вот прям уверен на 100%, там мы что-нибудь такое прикольное найдем. Ну, тихо. За тобой. Кто-то стрелял. Не я. Да, не я. Опа, патрончики, наконец-то. Отвечаю, я слышал, там кто-то стрелял, пацаны, нам нужно поаккуратнее двигаться. Ты бы сейчас бы на поле выбежал. А, ты вот эти домики хочешь? Ну, прямо можно. Перед нами? Сейчас я посмотрю. Так, я бегу за вами. Ты посмотри там через твой восьмикратный прицел, как там вообще обстановочка у нас. Ну, там я вроде никого не вижу, на этажах. Офигеть, домики. И двери вроде прикрыты. Да, прикрыты. Погнали. Ну, давайте побежим. Пойдемте. Блин, реально так тихо. Я не знаю, мне, пацаны, становится страшно, реально. Сейчас начнется. Я вот просто уверен в том, что мы сейчас будем лутаться, и к нам в спину как-нибудь кто-нибудь заедет, и все. И закончится на этом наша игра. Я не удивлюсь, что это свой будет. Да не, наш пацан нормальный, он вроде вообще. Он и приехал, вы считаете, он. Помните, когда он вообще выпал самолет в самом начале? Я вообще удивлен, как он там выжил. Он еще и тачку взял и сразу к нам погнал, вообще красавчик. А может, это подписчик? Ну, возможно, было бы на самом деле прикольно, если это был бы наш подписчик. Так, ну смотрите, здесь вообще ничего нет. Самолет летает. Так, тихо, вот только сказал тихо, и самолет полетел. Так, я сразу пойду на второй этаж, кто-нибудь лутайте первый. А я в следующий дом. Я первый лутаю. Тут три дома. Так, смотрите, тут лежит дробовик, причем два. Я возьму, пожалуй. На первом этаже. У меня сайга. О, плащ. Черный плащ. Гранату подберу, пожалуй. Так, коллиматор, он мне не нужен. А, хотя я его одену сайгу, чё б нет. Так, здесь у нас ничего, здесь у нас балкончик, на котором лежит тоже ничего. Бинты нафиг не нужны. Опа, пухами, пацаны. Так, еще. Ой, так. Тут броник второго уровня нужен кому? Не, у меня тоже второго. Не, у меня так, я дайте тебе курочку возьму, пожалуй. У меня третьего. Мою куртку еще. Так, еще и бинты. Перчаточки, нормально. Не знаю, я реально был уверен в том, что вот всякие вот эти вот все это шматье, оно придает какую-то урон. Ой, блин, какую-то оборону. Не, не придает. Может быть, мили-мили-мили-пиписечный, который, может, ты вообще-то не заметишь. Ну, возможно.
Так, я пойду в этот домик. Так, давайте я пока понаблюдаю за обстановкой. 504X, ебич. Вот, потому что я прям пятой точкой своей чую, что вот где-то тут засада по-любому. Вот где-то тут засада как есть. Как у нас чувак вообще хп свой теряет, я не пойму. Кто стреляет? Кто стреляет? Не я. Ясно. Так, аккуратно. Подождите. Так. Сосредоточились. Смотрим во все оба. Так, мы, кстати, выбежали. А, нам нужно бежать в белую зону, пацаны. Возвращаемся, возвращаемся, бежим. Давай, у нас 2 минуты есть до того, чтобы добежать. Ну, в принципе, мы успеваем. Мы добежим. Прицел 4Х. Смотрите, можно добежать, видите, дома справа стоят на возвышенности. Да, вижу. Можно до туда. Мне кажется, что 8Х это слишком чересчур. Да, неудобно. Да и 4-кратный тоже неудобно. Так, там стоят багги на дороге. Где? Прям вот как раз тем так перед. На сколько градусов? Домиками. На сколько градусов? Градусов? Ну, короче, 110 градусов. Ну, чуть ровно. Даже 105. Что-то я не вижу баги там. Где он там стоит? Вообще не вижу. Ну, смотри, прям передо мной. Вот, на дороге прям. Да, координаты скажи вверху, у тебя компас. Я сказал наверху. 110 между... Ну, 110 чуть ниже. Где ты этот баги нашел? Подожди, я ничего не вижу. Ой, слепые. А, вон, по-моему, стоит, по-моему. Прямо а может быть, там чел, стоит. Который вышел из этого баги, он и стрелял как раз-таки? Может быть. А если это наш чувак стрелял, как мы узнаем? Я не знаю. Не знаю, где вы там. Так, все, мы забежали в белую зону. Вот он багги, вот он стоит, прям желтый багги. Все, вижу, ну он... А, да, желтый. Так, там никого. Тут не 2 домика, тут 3 домика. Там тоже дверки закрыты. Вон так, УАЗик справа стоит, вижу. УАЗик? А, во, вижу багги, у меня хом просто был. Ну, у меня тоже, поэтому мы его и не видели. Да. Блин, самое лучшее, в этих домах никого не было, то это будет очень обидно. Ну, двери закрыты. По идее, слушай, чувак, стоп! Ой, блин, испугали! Капец, я реально сейчас таких кирпичей наложил, вы что делаете вообще, а? УАЗик справа, ема. Пипец просто, ну вы, пацаны, надо реально поаккуратнее. Тут... Ну кто вы, так... этот чувак? Это наш чувак. Ладно, ладно. О, 40 человек осталось, пацаны, мы почти в топе. Да, и мы опять не стреляем, вообще. Да, мы просто ходим, ну это всегда, понимаешь, так? Ну сейчас под конец. Либо ты летишь сразу в мясо, где ты вряд ли выживешь, наверное, сейчас да? Сейчас будет мясо. Либо ты, я не знаю. Так, здесь патроны сейчас для дробовика. Чук-бар, он мне не нужен. Не мощный второй этаж, посмотрим, может тут что-то лежит. Так, энергетик. У меня уже 3 энергетика, блин. О, у меня этих энергетик хоть грязь. Так, я вот на всякий случай возьму голографический прицел, чтобы удобнее стрелять. А, у меня 4 уже энергетика, стрелять. Одна аптечка, 25 бинтов у меня. Сколько у тебя бинтов? А, у меня тоже 25. Кстати, ну, по-моему, если это сейчас обстрел, то максимум бинтов, которые ты можешь переносить с собой. А так, вот сюда еще не забегал. Вообще ничего нету. По-любому здесь что-то... Вообще ничего, пустая комната. Я в трехэтажный домик зайду. Мы были в нем. Нет, не было. Трехэтажным нет, не было. По идее, смотрите, зона начинает сужаться. То есть где-то в этом вот, не знаю, в округе в этом, да, в этом будет округе. Находиться да, уже блин. Вот самая главная баталия, которая будет да, в конце. Начнется. По идее... Вон три чувака, ребят! Где? От дома. Где именно? На сколько градусов? Да я стреляю в них. Там я не вижу. Перестрелка, там перестрелка вижу. Между чуваками. Я одного положил. Я одного ранил. Хорош. Убил. Я одного убил. Красава. Убил. Ху-ху! Молодцы. И там пацаны, просто сколько мы. С каких мы сейчас убили? Там троих еще где-то в итоге. Там еще. Где? Там еще один. Я думаю, что он вряд ли. Хотя, смотрите, там зона-то синяя приближается-то. Как все. Вы ранили меня. Так, стоп. Откуда? Не знаю. У тебя ж прицел, посмотри. Я не в том-то и дело, что не видно. Не вижу. Так, мы не в зоне, убегаем, ребят. Вон он, вижу. Ближе к зоне надо бегать. Где он? Скажи координаты. 240. 240, ага. Ну смотрите, а, у нас есть еще минута. Я вижу его за холмом. Да, тоже вижу. Давай, вылази, а. Шкет. За холмом. Попал я в него, попал. Я его ранил. Я его убил. А, ты убил? Красава, а, пацаны. Ты его вырубаешь. Ема, его меня ранили, пацаны. Откуда? Пацаны ранили. Олег, поднимай его, поднимай Олег, его. Поднимай. Подожди, давай ко мне, давай сюда. Давай. Подожди, у нас чувак пиндосы, потому что я его слышу. Он разговаривает просто меня. Капец. Откуда? Кто тебя ранил-то? Подожди, я не понял. Я хрен знает, я не видел. Я только одного положил.
Так, смотрите, парни, зона начнет сближаться через минуту. Сейчас я аптечку. Я думаю, можно, смотри, ты стоял, если... Блин, опасно. Я их обстреливаю, ребят. Лечитесь. Все, Олег, давай, на третий этаж зайди, посмотри, попробуй. Там нет окон, на третьем этаже нет окон удобных. Держим их, ребят, держим. Вон, на той же игре. Сейчас я аптечку сюда большую. А по мне по окну попал, стреляет, попал. Он по мне тоже попал. Так. Фреш, лечись. Лечусь. Не вылази вообще. Все, полный ХП. Они все на той горе, смотрите, сейчас зона начнет сближаться, они по-любому все побегут. Они пусть прям побегут. Рядом с ней, прям за пределами стоят. Так, я бинтом. Вон, вижу, одного вижу. А где они там? Да они за холмом прям. Держим. Опять положили, да ёперный театр, а. Да давай, не вылази. Иди ко мне. Давай, сейчас, блин, они... Давай. Попобоги, попали тебе, давай. Давай, возрождаю. Так, Твистер, пока задерживаю его. Я держу его. Я ему по нему попал уже несколько раз, я не понимаю, почему он не умирает. 10 секунд, надо убегать, по-любому надо убегать, ребят. Все, давайте, сваливаем. Все, погнали. Дайте ХП, завязаю. Там, дальше их поддержим, Надо реально убегать, Фреш, давай быстрее. Макс, тебе по-любому надо бежать. Все. Они стреляют по нам, да? Да. Ух, капец, какие баталии-то начинаются, наконец-то. Жесть, что-то интересное начало происходить-то, а? Пацаны, ну мы реально постарались хорошо сейчас, очень хорошо постарались. О, баги, можно сразу свалить. Мы сейчас столько атак отразили просто, У нас как бы четверо, пацаны, я так, слово просто, да? Назад смотрите, потому что они могут... Я смотрю. А куда мы бежим? Смотрите, слева вышка есть. Можно туда забраться. Здесь у них тоже прицел есть. Просто понимаете, мы сейчас бежим туда, где будет много народа, и скорее всего мы там просто-навсего помрем. Да, 19 человек. 19, так, это здорово. Да, и хотите... Мы начинаем приближаться к топу. Но. У меня 44 патрона, и на калаше 50. Ну ладно, хватит, нормально. Держимся, еще пока живые, можем биться до конца. Давайте сразу бегаем сюда. Там вот домик, давайте домик займем крайне. Справа который? Да. Давайте. Я прям вангую, понимаете? Наша сейчас... машина едет где-то. Я прям вангую, что там кто-то сейчас будет сидеть. Вот я прям вангую. Офигеть, тут сколько домов. Тут по-любому сейчас будет жесткая перестрелка. Наш на баге едет, не парится, пацаны. Главное, как не сбил бы. Фу-фу. Ема, сколько домов. Я и говорю, тут сейчас будет жесткий. Кстати, надо сейчас занять этот крайний дом, верхний этаж, и ждать, пока те придут, которые сбегут за нами. Быстрее. Я слышу стрельбу. Я тоже стрельбу. Просто со всех сторон стрельба, со всех сторон. Со всех сторон сейчас будет. О, быстрее. Чувака нашего ранили. В смысле? Он в доме? Его ранили. Так он выпрыгнул, просто. Да, он выпрыгивал из машины. Блин, эти заборы, которые не перепрыгнешь, а? Да кобздец. Давайте в дом сразу забегаем и все. Закрывайте все двери. Как член третьего уровня нашелся. Так, дверь. Всё, да я полностью. Так, двери закрывайте все, двери. Мы в этом доме. Твистер, ты в этом доме или нет? Я да, он сверх. Подожди, в смысле, как он залез наверх? Вот здесь вход есть. Все, вижу, Твистер, я пойду другое крыло смотреть. Все, у меня член третьего уровня, броня третьего уровня, я, короче, сам бронированный. Все, парни, сидим, отстреливаемся, они по-любому сейчас пойдут откуда-то. Ты вход смотри лучше. Ну, вот блин, сюда, ляка, это самое интересное, пропускай. Иди сюда. Давай. Вот здесь вот ложись, вот и контроль. Я вот так вот встану. Все аптечку завязайте, пацаны, то это начнут. Я энергетику. У меня аптечки нету, у меня только бинты. Выпейте энергетику, а вы есть. У меня нет. У меня один энергетик, я сейчас скину, Олег. Давай. На, я тебе скину. Он помогает. Все, я тебя скину. Так, я слышу, стрельба рядом. Вот что прикольно, что здесь можно лечь и вот так контролить, лол. Да, это реально круто. У меня персонаж дрожит. 14 человек, 10 человек помимо нас, ребят. Ё-моё! Не просто пот, мы сейчас топ-1 должны занять. Я тогда, наверное, занять. Возьму дробовик, на всякий случай. Надо так, топ-1 занимать, у нас пацаны. Преимущество у Фреша 8-кратный прицел. Это ага, преимущество, хорошо. Только двух или одного положил. И то не факт, что я второго положил. Нет, я одного ранил, и он упал за холм, его по-любому подняли. Вот, мы его тоже походим. Давайте, жаль, парни, мы можем добиться, посмотреть. Мы просто можем пробраться в топ, понимаете? Нам еще немножко, мы реально попадем в топ. 13. Еще две команды нам надо положить, и все. Но у вас ну, ХП давайте, нету, пусть. Блин, плохо. У вас не полный ХП, это очень плохо. Я более утоляющий сейчас завязаю. Ну, у меня вроде они сейчас пополняются ХП. Может быть со временем они восстановятся. Так, а зона-то начинает сужаться. Они с той стороны стреляют, откуда мы прибежали. Да? А нет, и справа где-то. Нас надо, ребят, зона сужается. Да ёпта, а. Что вы будете делать-то, а? Так, пиздец.
Тихо, и чё, и куда? Откроем. Вы понимаете, там открытая дорога просто, вы чё? Тихо, тихо, подождём пока, сидим. Нашего убили. Нашего чувака убили. Сидим в доме, пацаны. Сидим в доме, давайте просто двери контролим и всё. А вы чё дверь-то открыли заднюю-то? Я открыл, чтобы смотреть. Там обстрел прям идет жесткий. Вы выбежали на улицу? Да, давайте выбежим, ребят. Чем мы будем сидеть? Погнали. Ну я не знаю, ну блин, ладно, погнали. Положит их, положит. Ладно, все. Вот человек забежал в дом. Положил одного. Обстрел. Обстрел. Один в доме. Добей, добей, Олег, справа. Убил, положил. Убил, убил. Красава. Забегаем в дом, быстрее, быстрее. Что происходит? Что за хрень? Что за хрень? Что за рейдерский заплат? Офигеть! Слушайте, это первая, наверное, самая интересная такая катка. Мы не в зоне. Мы не в зоне. Сколько времени? Есть 30 секунд еще. По мне на 6 человек, ребят. Так, что у него было? 6 человек. А, аптечка, отлично! Я 3 аптечки, болеутоляющие, прицел 4-кратный, энергетики. Стреляй, подавайте, ребят, пойдем. Стой, дай болеутоляющий завязать, чтобы я быстрее бежал. Сейчас тоже более утоляющий завязаю и погнали. Все, погнали, погнали. Сейчас, сейчас, у меня 3 секунды, 3 секунды и бежим. 3 секунды и бежим. Я уже бегу. Погнали! Все, можем бежать. Е-мое, ускорился, чего? Тихо. Никого не вижу. Утоляющий, а вон вижу, чувак в поле. Вот он. Это где? Я стреляю по нему. Где, 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 где? Пацаны, 8 выживших. Убили. Его убили где-то в спину. О, стреляет! Справа где-то. Сзади. Сзади? Не знаю откуда. Вон, вижу, вон. Меня убили, ребят, положили. Спасите, спасите быстрее. Блин, ну... Фреш, ну сзади, Фреш, ну стой, я сзади тебя, Фреш. Ща, убил. Все. Фреш, Фреш, пожалуйста, Фреш. Ща, зона, 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 зона. Фреш, пожалуйста. Нет, я умер, все, блин. Серьезно? Ай, да. 3 выживших. Нас трое. Вы понимаете, все, мы почти... Фреш, беги в зону, Фреш, беги в зону. Вторые. Я сдох. Вторые. Капец. Из-за зоны я выжил сдох. Один чувак, один чувак. Просто выжил. Один чел какой-то выжил. Просто три, игрок Фреш побеждает за блин, умирает за пределами. Капец, ребят, ну это была реально топовая серия. Вы просто обязаны поставить сегодня лайк за то, что мы так старались, за то, что мы так потели. Это было реально все очень круто. Мы просто, я в первый раз дохожу до второго места. Максимум, до чего я доходил ранее, это только третье место. Все, теперь новый рекорд. Дальше, ребятки, будет первое место. Я надеюсь, мы сможем дойти до этого места. И надеюсь, вам это видео понравилось. Ну а с вами были, как всегда, Кофе, Фреш и Твистер. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну а на сегодня все, всем пока-пока. Всем пока.